единственный, не последний. Я понимаю его восторг и его желание как можно быстрее добраться до своих, освободить и пробудить их. Но он согласился подождать чуть-чуть. Сначала он попытается помочь нам. Если мы успеем на конференцию, Черный сможет открыть для нас мысли Москвина или самого Корбута. И, возможно, заставит их остановить это безумие. Это наш последний шанс. Артём, про Октябрьскую мы узнали от Хана и заявили протест Москвину. Но тот ничего и не отрицал. Мол, к счастью, рядом с Октябрьской проходили учения их санитарные роты, и, пойдя на жертвы, вспыхнувшую эпидемию удалось заглушить зародыши. А иначе она охватила бы все метро. Что на это скажешь? Да так бы и я поступил. А ведь агент Красный похитил контейнер с вирусом из D6 перед эпидемией на Октябрьской. И что? Кроме Артёма живых свидетелей нет. И кто поверит ордену? Ведь D6 в наших руках. А если это мы выпустили вирус? Красные атаковали Ганзу. Мы можем заставить Москвина признать... Ничего мы не можем. Мы не армия. У нас на все метро 100 бойцов не наберется. Да, Москвин готовился к войне. Но после предложения полиса о разделе имущества D6, он может искренне хотеть мира. И мы обязаны добиться подписания договора. Все в норме. Москвин? Какая разница, чего он хочет? Он марионетка Корбута. Пока Москвин говорит, D6 окружает спецназ Корбута. Этот договор вы скрепите своей кровью. А что, есть идеи получше? Готов. Притащили сюда эту обезьяну. Открышлю. Что теперь? Есть. Разговор окончен. Следуем в зал совета. За мной. Полковник, разрешите доложить? Отставить! Всем силам орденов, D6, полная боевая готовность. Корнеев пусть приступает к... Ну, он в курсе. Только бы пронесло.
Имущество хранилища сняло все претензии с нашей стороны. Я официально отдаю приказ о прекращении операции Эльдорадо. Слава рейху! Слава! 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 И в заключение официальной части слово предоставляется лидеру красной линии, товарищу Москвину. Товарищи! Товарищи! Я не побоюсь этого слова. Друзья, мы также считаем... Готовься, Артём. Держись рядом с малышом. Да будет мир во имя наших детей! Ура, товарищ! Вы лжете! Хан, с ума сошел? Я знаю, что делаю. Просто поверь, хоть раз! Кто вы такой? Охрана, выведите его отсюда! Рейнджеры, отставить! Артём! Малыш, ваш выход! Товарищ Москвин, вы должны меня поддержать. Иначе могут всплыть некоторые неудобные подробности смерти вашего брата. Ваш брат говорил о необходимости устранить исходящую от вас угрозу. Что? Какую угрозу? Мы же братья! Он думает, что вы завидуете ему и боится за свою власть. С ума сошел! Совсем уже! Но сейчас я ему все выскажу. Боюсь, словами удар уже не отвести. Нужно его упредить. Максимушка, как я рад, что мы с тобой помирились. Из-за такой ерунды. Ну, выпьем. Выпьем, брат. Что? Единогласно генеральным секретарем ЦК КПМ избран Москвин Максим Петрович. Поздравляю, товарищ Москвин. Молчишь? Что смотришь так на меня, глазами своими честными? Сам ты виноват. Кто хотел меня убрать? Корбут тебя сдал, а теперь меня за яйца держит. Из-за тебя! Прости. Прости меня, Андрюша. Нет мне прощения, а ты все равно. Прости. Что это? Что было? Я вслух? Так, значит, и мне что-то подсыпали. Как брату. Да, отравил брата своего. Но Корбут, я идиот. Думал, он спасти меня хотел. А он так власть взял. За горло меня взял. И сейчас Т-6 штурмует. А там вирус этот.
Если он этот вирус захватит, конец. Но вы же руководитель! Прикажите! Проклятые! Отзовите войска! Будьте или хотя бы задержите! Сволочи! Выиграйте время! Здесь все ясно. Как... Скорее, на вокзал! Лидер. Д6 мы не отдадим! Что? За мной! Если вы проиграете, то будет плохо для всех? Тогда я попрошу их помочь.